Зай. Побежали смотреть поезд. Близко к рельсам только не подбегай. Ну чё, товарный? Ничего себе, ты смотри, как он быстро едет, а? Видал, как он? Видал, как он мчится, да? О, посигналил тебе, да? Да? 20 я насчитал. 20 насчитал? Ничего себе, вот это да. Это вообще. А дедушка 60 насчитал. Блин. Ты просто не успевал считать, он так быстро ехал, да? Да. Ну что, может мы сейчас это возьмем вещи, да пойдем к бабушке. Скажем, поезд не остановился, нас не взяли. Зачем поезд? Ну ты вещи-то собрал. Я думал, ты на поезде куда-то уезжать собрался. Да, а вещей столько много у тебя с собой, Женя. Че, подсадить тебя на этот самый? А? Ну давай, сейчас тогда деда придумает что-нибудь, да? Чтобы посмотреть. Да, сейчас смотри. Вот так вот сейчас поставим, да? А если он упадет? Ну, упадет, значит, упадет. Что теперь? Так вот, да? Не стоит, да? Что там, Женечка? Жень, только к рейсам. Второй поезд. Второй поезд. Блин, да что такое за вас, блин? Второй поезд. Не, вот это тебе, вот. Капец. Вот это везуха тебе, да? Да. О, видал какой, да? Ого. Повезет, думаешь? Сейчас деда поставит. Ну что, Женька, иди сюда, подсажу тебя. Ложи их, ложи, а то это. Я возьму детей. Тебя там видно, тебя нет? О, точно тебя видно, слушай, а? Ну, и что там? Паровоз, да? Да. Аккуратно, нога.
РЖД, российские железные дороги, Жень. О, блин! Чего там? Там грязь в этой дубе. Да? Ну, кто-то мусора накидал. Кто-то мусора накидал, да? Да? Ну, давай я тебя сниму тогда, Жень. Да? Снять тебя? Давай я тебя сниму. Не надо. Ну, давай. Жень, давай. Опа, иди, Финечка, забирай. Опа. Ха. Все, пойдем к бабушке? Все поезда? Да. Так сегодня поездов все больше не будет, Жень. Да будет. Не, Жень, ты что, все? Сегодня все, это был последний поезд. Что думаешь, электричка пойдет? Да, думаю. Ладно, потом включимся.